Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. И сегодня хочу предложить вам связать со мной вот такую вот красивую нежную шапочку. Эта шапочка связана на осень. Она связана из полушерсти с очень красивым таким нежным узором. Также вы можете связать ее с любой пряжи. Если с мериноса или там шерстяной, то тоже отлично подойдет на зиму. Эта шапочка у меня связана из полушерсти бебизара. Она у меня связана на объем головы 54-55 сантиметров с отворотом, благодаря чему можно регулировать высоту шапочки. Также можно ее связать и с обычной резиночкой, с укороченной. Она немножко будет завышенной макушкой. Очень здорово смотрится на голове. Так что давайте приступим к вязанию. Нам понадобится 3 моточка пряжи с метражом в 50 граммах 90 метров. У меня это бибизара, 50% мериносовой шерсти, 50 акрила. Вы можете взять любую другую пряжу с аналогичным метражом. Спицы номер 3,5 для резинки и 4,5 для основного полотна. Сантиметровая лента, ножницы, иголочка и дополнительная спица. Давайте приступим к вязанию. На спице номер 3,5 набираем 101 петлю обычным способом. 2, 3, 4. Итак, мы с вами набрали 101 петлю. Далее будем замыкать в круг. Чтобы петли замкнуть в круг, если вы вяжете на длинной леске, как я, то вам нужно вытащить будет лесочку в двух местах для удобства. Так, замыкаем. Для этого с левой спицы на правую. Сейчас фокусируем, снимаем одну петельку, а с правой спицы набрасываем, протягиваем, возвращаем ее на место. Смотрите, если вы будете вязать шапочку без отворота, то продолжайте вязание дальше по кругу. Если мы вяжем шапочку с отворотом, для красивого отворота нам нужно будет развернуть вязание. И подтягиваем петельки. Начинаем. Одна лицевая. Подтягиваем. Одна изнаночная. Одна лицевая. Одна изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. Итак, мы с вами провязали один ряд резинки. Далее нам нужно будет провязать резиночкой высоту 15-14 сантиметров. Итак, мы с вами провязали 15 сантиметров резиночки. Дальше нам нужно будет перейти на спицы большего размера и переходим к вывязыванию основного узора. Я вам тут написала схему узора. Итак, раппорт узора у нас с вами состоит из 18 петель в ширину и 15 рядов в высоту. Значит, условное обозначение у нас получается, это одна лицевая петля снять как лицевую нить за работой. Вот такая палочка, это лицевая петля, изнаночная петля. Далее 3 петли перекрещиваем налево, то есть одну петлю снять на дополнительную спицу, ставить перед работой, затем провязать 2 петли лицевые, затем вернуть петлю снятую и провязать ее лицевой петлей. Далее вот такое обозначение, это 3 петли перекрещиваем направо, то есть 2 петли, именно 2 петли снять и оставить за работой на вспомогательную спицу. Далее следующую петлю провязываем лицевой, затем 2 петли возвращаем на спицу и провязываем лицевой петлей. Вот данный наш узор. Вы можете сделать скриншот схемы, если хотите сами провязывать, или будем вязать вместе с вами. Каждый ряд провязывать, проговаривать. У нас с вами получается на спицах 100 петель. Нам нужно будет довести количество петель, чтобы они у нас были кратны 18. Ближайшие у меня это 108 петель, либо 126 петель. Я остановлюсь на 108 петлях, и мне нужно равномерно прибавить 8 петель.
Можно делать прибавочки из протяжки, или вы можете сделать скрещенный накид, как вам удобно. Так что давайте приступим к вязанию. Итак, первый ряд. Я перехожу на спицы большего размера. Прибавки я делать буду после каждой 12 петли. И мы с вами одновременно начинаем вязать узор. Значит, как у нас начинается? 3 изнаночных петли. Раз. 2. 3 изнаночных. 6 лицевых. Раз. 2. 3. 4. 5. 6 лицевых. 3 изнаночных, 1, 2, 3, дальше у нас идет 2 лицевые, мы начинаем первую прибавочку делать из протяжки, вытягиваем петельку, провязываем лицевой, 1, 2 лицевые, вот мы сделали с вами одну прибавку, далее мы с вами одну петлю снимаем как лицевую, нить за работой. Опять у нас вторая же петелька, также одну снимаем как лицевую, нить за работой. 2 лицевые. Ну вот раппорт наш с вами закончился. Далее провязываем также до конца ряда. Итак, мы с вами перешли на спицы большего размера. На спицах у меня 108 петель. И начинаем с вами вязать уже второй ряд основного узора. Значит, второй ряд у нас получается... Так, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, далее опять 3 изнаночные. Сейчас мы с вами начнем делать перекрещивание, первое перекрещивание. Снимаем. Так, снимаем 2 петельки лицевые на дополнительную спицу, оставляем их за работой. Дальше провязываем 1 лицевую, возвращаем, провязываем лицевой 2 петельки. Далее опять снимаем 1 петельку, оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевые, возвращаем, три изнаночных. И так продолжаем с вами до конца ряда. Итак, мы с вами провязали первый и второй ряд. Дальше третий ряд мы будем вязать как первый, четвертый ряд как второй. То есть нам нужно будет еще повторить первый и второй ряд еще 2 раза. У нас будет повторяться. 3, 4, 5 и 6. Так что повторяем еще первый и второй ряд еще 2 раза. Все, встретимся с вами в 7 ряду. Итак, мы с вами провязали 6 рядов, сделали 3 перекрещивания. Дальше 7, 8 и 9 ряд мы с вами будем провязывать 3 изнаночных, 6 лицевых. 3 изнаночных, 6 лицевых. Итак, мы будем провязывать с вами 3 ряда. Итак, 10 ряд. Начинаем провязывать. Вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые. 2 лицевые снимаем, нить за работой. 2 лицевые, 3 изнаночные, 6 лицевых. И так провязываем до конца ряда. Итак, 11 ряд. В этом ряду мы будем делать перекрещивание. Начинаем. 3 изнаночные. Дальше 2 петли лицевые. Перебрасываем на вспомогательную спицу за работой. Провязываем 1 лицевую. Возвращаем. Провязываем. Дальше
одну лицевую снимаем перед работой, две лицевые возвращаем, провязываем, 3 изнаночные, 6 лицевых. Так продолжаем до конца ряда. Итак, мы с вами провязали 11 ряд, сделали перекрещивание. Дальше 12 ряд мы будем с вами провязывать как 10, 13 как 11. И нам нужно будет с вами сделать, так повторить еще 2 раза. То есть сделать еще 2 перекрещивания, как в этом случае у нас получится 3 перекрещивания. И встретимся с вами, когда вы закончите провязывать 15 ряд. Итак, мы с вами провязали 15 ряд, то есть закончили мы полностью с вами раппорт узора, высоту. Значит, далее нам нужно будет с вами провязать еще полных 2 раппорта, то есть у нас будет 3 раппорта полных и еще 10 рядов от 4 раппорта. И тогда мы с вами будем переходить уже к убавочкам. Так что сейчас вы самостоятельно продолжаете вязать еще 2 раппорта. И еще потом 10 рядов с 1 по 10. И встретимся с вами, когда уже будем переходить к убавочкам. Итак, мы провязали с вами необходимое количество рядов, высоту. Далее переходим к убавкам. Итак, первый ряд убавок. Сначала первую лицевую. Итак, начинаем убавки. Первый ряд. Первую изнаночную провязываем. Далее у нас с вами идет 1 изнаночная. Дальше 2 петли вместе нам нужно будет провязать с наклоном вправо. Провязываем. Провязываем лицевой. 1 лицевая петля. 2 петли мы снимаем нить за работой, не провязывая. Далее 1 лицевая петля. Далее 2 петли вместе нам нужно развернуть с наклоном влево. Провязываем лицевой. Дальше 1 изнаночная петля, 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем изнаночную, провязываем лицевой петлей, чтобы у нас лицевая петелька была сверху. Далее 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 2 петли вместе с наклоном влево. Разворачиваем лицевую, провязываем 2 вместе лицевой. Будем провязывать лицевую с изнаночной, 2 вместе лицевой, так чтобы у нас лицевые петельки всегда были сверху. Так продолжаем до конца ряда. Еще хотела вам один момент пояснить. Первую изнаночную, которую мы провязали в начале ряда, мы ее вот один раз провязали и все. Мы не будем провязывать потом в следующий раз, когда будем повторять следующий раппорт. У нас сейчас пойдет просто 1 изнаночная и 2 петли вместе мы будем провязывать с наклоном вправо и так далее. Уже будем повторять от этого момента. Мы провязали в самом начале просто 2 изнаночных. Одну мы просто провязали изнаночную, а вот эту изнаночную уже будем повторять. Так что продолжаем самостоятельно. Второй ряд убавочек. И вот хотела вам показать, у нас вот это первое лицо изнаночная, которую мы провязали, да, в начале ряда. Когда мы заканчивали ряд, нам нужно будет провязать 2 вместе лицевой петлей. И вот как раз она у нас и ушла, эта изнаночная. Так, ладно, второй ряд у нас убавок. Значит, мы его провязываем. 1 изнаночная. Так, дальше у нас перекрещивание. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 1 лицевую. Дальше возвращаем. Провязываем 2 лицевые. Дальше опять снимаем. Провязываем 2 лицевые. Сделали перекрещивание. Дальше у нас 1 изнаночная.
Дальше мы делаем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Дальше 2 вместе делаем лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, повторяем, опять делаем перекрещивание. Так продолжаем до конца ряда. Итак, третий ряд убавок у нас. Вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевой провязываем. Далее разворачиваем 2 петли вместе с наклоном влево, разворачиваем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 петли вместе разворачиваем с наклоном влево. Дальше 2 петли вместе с наклоном вправо. И так продолжаем до конца ряда. Следующий ряд убавок. 1 изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо лицевой петлей. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем лицевой. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой. Разворачиваем, провязываем. Так продолжаем до конца ряда. Итак, последний ряд убавок. Вяжем 1 изнаночная, 2 вместе лицевой. Провязываем. Одна изнаночная, 1 лицевая. И так до конца ряда. Опять повторим. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так провязываем до конца ряда. Итак, наша шапочка готова. Дальше отрезаем кончик, ну 10-15 сантиметров оставляем. И переносим петельки на иголочку. Стягиваем макушку. Вот мы пересекли петельки. Далее выворачиваем наизнанку нашу шапочку. Аккуратно подтягиваем макушку. Подтягиваем. Еще проходимся несколько раз иголочкой, чтобы зафиксировать нитку. Наша шапочка готова. Дальше делаем влажно-тепловую обработку. К этой шапочке также можно еще прикрепить помпон, тоже очень здорово смотрится. Ну, это отличный вариант, если без помпона, на осень, на весну, тоже очень хорошо подходит. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего, до свидания.